встретили, очень понравилось. Вкусно покормили, ответили на вопросы. Большое спасибо за живое общение с директором. Всегда открыто. Я уже не первый раз на данном мероприятии была, младшей дочери в 7 классе. А сейчас тоже с удовольствием заходила. А прекрасная столовая, а замечательная кухня, как всегда, открытый директор. Диляра Салиховна молодец. Она всегда объединяет детей и родителей и задаются очень горячие, трепетные вопросы, учитывая то, что ты делаешь у вас. А большое спасибо за организацию и за такую возможность пообщаться. Большое спасибо директору Диляре Сальковне за то, что организовывает такие мероприятия, где могут с непринужденной атмосферой пообщаться родители, директор, классный руководитель, дети. То есть я считаю, что это ведет к сближению, вообще налаживанию каких-то отношений, к раскрепощенности определенной. Ну, я считаю, очень полезно такие мероприятия проводить. Вкусно позавтракали. Спасибо большое сотрудникам ресторана школьного. Вот. Пообщались не только с директором, но и с детьми. Наладили более тесный контакт. Все было непринужденно, по-семейному, интересно. Дети задавали свои вопросы, родители свои, потому что вопросы всегда бывают. Спасибо большое за такие встречи, которые еще больше сплачивают и родителей, и детей. За всю жизнь я такой первый раз увидел, что были такие встречи с директором, непосредственно с детьми и с родителями. Пусть их традиции продолжаются, только на пользу. Да, очень полезное мероприятие, когда можно пообщаться напрямую с директором школы, с родителями, одноклассники, очень приятно, полезно для меня. Считаю, что эту традицию надо продолжить в рамках этой школы. Рады вас всех видеть на нашем завтраке. Очень приятно, что у нас такая большая дружная семья. И сегодня мы с вами вместе и позавтракаем, и поговорим, и, надеюсь, узнаем много интересного по нашей теме. Но чтобы ответить на вопрос, по какой теме мы с вами сегодня будем общаться, я бы хотела дать небольшую информацию. Знаменитый писатель, фантаст Айзек Азимов заявил, что уже нашел самую лучшую, просто идеальную систему хранения информации. И вот как он описал ее свойства. Первое. Доступность. Пользоваться ей может каждый, даже неподготовленный человек. Второе. Портативность. Для ее использования не нужны никакие дополнительные устройства. Третье. Надежность. Информация хранится в ней постоянно и не исчезает из-за всяческих поломок. Как вы думаете, что это за идеальная система хранения информации? Как вы думаете? Я думаю, это рукописи. Ну, может быть, книги. Абсолютно верно. Но, в общем, да, действительно, мы говорим про книгу. Книга в ее самом обычном формате, к которому мы привыкли, ну, наверное, больше родители, чем дети. Самая обычная книга, которую мы берем в руки, которую мы читаем и получаем наслаждение. Конечно, сейчас очень много других носителей информации. Это и электронные книги, это и аудиокниги. Но я думаю, никому из нас не заменит никогда самая обычная книга, когда берешь ее в руки, когда ее листаешь и когда испытываешь что-то непонятное, что-то важное, что-то интересное, прочитывая какую-то книгу. Книги в нашей жизни достаточно играют большую роль. И, наверное, самое первое, о чем я хочу спросить и ребят, и родителей, и Диляру Саликовну, это первая книга в жизни маленького человека. Наверное, у каждого из нас такая книга есть. Вы вспомните себя маленького ребеночка. Есть ли такая книга, которая у вас в памяти давным-давно-давно-давно осталась? Давайте все-таки вспомним, зачем мы здесь собрались. Все очень напряжены, мы собрались позавтракать и просто пообщаться. Поэтому руки не под столом. Давайте кушать. Приятного всем аппетита. Блины стынут. Я знаю, что вы хотели попробовать. Начинаем. Родители тоже, пожалуйста, отведайте. Попробуйте, кто что взял. Я знаю, многие взяли омлет, кашу. Я не ем в своей системе питания рисовую кашу. Специально попросила немножечко положить, чтобы попробовать тут. Поверьте, она вкусная. Поэтому приятного аппетита. Но если говорить о книгах,
Это очень хорошая тема. Мы обязательно ее, наверное, когда-нибудь разовьем. Но я бы хотела поговорить о том, что это все-таки 9 класс, и это выпуск. Поэтому давайте мы сегодня... все-таки это классный завтрак с директором, и я вольна поменять тему. Хорошо, вы не против? Нет, не хорошо. Против. У нас не будет никаких заданных форматов. Кто за, чтобы без формата? Я за. Это же просто завтрак. Человеческий завтрак и человеческое общение. Поэтому, если позволите, Марина Николаевна, пейте чай, присаживайтесь рядом. Давайте, Саша. Я готова сегодня уже даже так и завтракать, и вести, и общаться. Для меня очень значим ваш класс. Я наблюдаю за тем, как вы развиваетесь, как вы взрослеете. И знаю, что вы очень дружны, что есть у вас определенные традиции. И все-таки 9 класс – это этап. Хотелось бы узнать у родителей, как их ощущения сейчас за 3 недели, ну, может, даже уже меньше, до последнего звонка. Можно бегущий микрофон? Я еще пока не поняла, если честно. Спокойно, есть некоторые волнения, но пока хорошо. Свой последний звонок помните? Оба, прекрасно помню. В этом же лицее, тогда еще в том лицее. Давайте поаплодируем, это же здорово. Я помню свой выпускной в этой же школе. У меня тоже спокойное ощущение, потому что планируем дальше учиться. И никуда уходить не собираемся. А так, конечно, детки повзрослели. Вот сегодня многих не узнала. Хотя знаю всех с первого класса практически. Но время идет, дети меняются. Они стали взрослые, совсем другие. Это очень радует. Здорово, спасибо. Это приятно. Только прошу называть. Давайте будем... контакт с ребенком устанавливать. Мама Яна Григорьевой. Да, как вам, пожалуйста. Да, помаши ручкой маме. Помаши. Ну теплее уже не так вот скажу, твоя мама. Дай эмоцию маме. Встретись глазами, помашите ручкой. Ну смелее, вот так, да. Мне, наверное, более трепетное отношение, потому что все-таки дети, они уже постепенно взрослеют. Давайте микрофон вот так будем держать, так как голос будет хорошо слышно. Стараются быть самостоятельными, взрослыми, показывать это во всем, скажем так, обличии, да, и перед родителями, и перед учителями. Но, тем не менее, они такие же дети остаются, и также дети, мне кажется, относятся к этому мероприятию. Последний звонок. Для кого-то, может быть, он совсем действительно будет последний в этой школе, да, кто-то перейдет в другую школу, или, может быть, кто-то идет в Польшу. Но, тем не менее, тоже маленький, но праздник в жизни первый, который достаточно серьезный. Спасибо. Пожалуйста. Чувствую, задумались. Ну, как вы идти? Я папа Константин и Купо. Да, помаши ручкой. Помаши папе ручкой. Да. Ну, как мы себя чувствуем? Мы сейчас, очень ближе микрофон. Мы себя чувствуем очень уверенно. Конечно, за последнее время они очень здорово изменились, повзрослели, посерьезнее стали ребята. Но мы шагаем вперед уверенно, потому что вперед, достичь своих желаемых высот, будем продолжать учиться в этом классе. Это здорово, спасибо. Нравится, все в порядке. Отлично, пожалуйста, дальше. Ощущение, как оно вот сейчас? Я думаю, все равно волнение определенное есть. Доброе утро. Доброе утро. Ближе микрофон. Я мама Рома Тихонова. Рома, помаши маме ручкой, вот так. А вы почему не помахали ребенку? Помашите ручкой, вот так. Настроение боевое. Смотрим вперед. И надеемся, что все будет хорошо и успешно. Здорово, спасибо. Доброе утро всем. Я мама Карина Карбурова. Я один рядышком. Помаши маме ручкой, повернись. Да, вот так, да. Я могу и потрогать в этой старшей серии. Мы остаемся также в 10 классе. Настроение не могу сказать. У меня безумное волнение. Я очень... А как вы чувствуете, волнуетесь больше вы или он? Я волнуюсь больше, потому что... Чаще всего потому что... Всегда для экзамена это был какой-то вот серьезный стресс. И, конечно, я очень сильно переживаю, как сдаст ребенок. Хочется, чтобы сдал хорошо. У нас такие серьезные еще предметы он выбрал. Ну, надеюсь, что для его дальнейшей судьбы, карьеры, это самое то, что нам нужно. Надеемся, что мы сдадим хорошо. Спасибо. Так, представляемся. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я мама Юли. Мама, ручка. По
вот волнение, конечно, есть волнение, да, но здесь, наверное, хочется родителей поддержать, да, всегда волнуются родители больше. И, наверное, от нашего спокойствия зависит спокойствие наших детей, поэтому давайте успокоимся, наши дети. Вера в них, правда? Не да, только просто спокойствие, да. А вера в детей. Вера, и они очень все умные. Я прям смотрю на дочку, как она старается, как она готовится, и я восхищаюсь ею. Потому что у меня такой уверенности не было в этом возрасте. А здесь уже какая-то уверенность, уже выбор профессии, она смело идет в это. Я очень рада. Это здорово. Я верю, что... Да. Давайте за Веру поаплодируем, чтобы вера в детей была, крепла. Это очень здорово. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Я папа Кузьмина Лена. Помашите Лене ручкой. Она вам машет, а вы нет. Установите контакт. Планируем 10 класс. Настроена оптимистично, ну и главное вера в детей, все получится. Спасибо. Доброе утро, я мама Адель Салакова, меня зовут Лиля. Ну как настроение? Волнение присутствует, но ребенок настолько спокоен, что я, что я так волнуюсь, а у вас ребенок спокоен. Мама, ты что переживаешь? Ближе микрофон вот так держи. Мама, ты что переживаешь? Я говорю, верю в себя, ну так что... А вообще охота поблагодарить за такую традицию. Это очень приятно встретиться, увидеть. На самом деле деток уже и не узнать многих. Mm-hmm. Поэтому большое вам спасибо. Это же здорово, правда? Очень, очень. Правда. Я вчера на работе подошла к директору, я ему говорю, он говорит, надо же, я первый раз слышу такую. Нет, а что вы ему, как, давайте поподробнее. Я думаю, он посмотрит потом видеозаписи, что вы его озвучили. Вы где работаете? Я работаю протезно-ортопедическое. Ближе микрофон, вот меня же слышно хорошо, а вас я не слышу. Протезно-ортопедическое предприятие, главный бухгалтер. Я подошла и говорю, я завтра не буду на совещании, я ухожу на завтрак деловой с директором. А он говорит, надо же, какая традиция у вас великолепная. Конечно, говорит, грех не отпустить вас на это мероприятие. Вот. Ну, деловой же завтра, все же по-взрослому. Спасибо. Давайте поаплодируем этому директору. Здравствуйте, меня зовут Гульнас, я мама Сабировой Лии. Так, Личка, все. А, есть небольшое волнение, но мы справимся, она у меня умничка, старается. Для этого мы соблюдаем все режимы, то есть режим сна, питание полноценное, потому что я сама врач. Мы делаем все для этого, то есть, чтобы ребенок у меня чувствовал в себе уверенность и была здорова. То есть мы подготавливаем со всех сторон. Уникальный случай, поделитесь со всеми вот этими правилами. Да. Возможно, это и взрослым пригодится. Все-таки режим сна – это как? Режим сна – это высыпаться, то есть не сидеть, не засиживаться ночами, не в телефоне. Мы за час до сна убираем телефон, чтобы это было у нас, потому что с глазками, чтобы не было никаких проблем. Получается? Привыкла? Нормально? Это же вот такая инфекция, которая прям засасывает. Да. Да. Получается? Умничка. Читает книжки, она очень много читает книг. А, и также мы режим питания, то есть полноценное, овощей, фруктов, то есть витамины. Это все мы выполняем, то есть стараемся, подготавливаемся со всех сторон. Молодцы, давайте поаплодируем. Как-то это какие-то вялые аплодисменты. А там у нас и на стульчиках заснули, Валенька, нам надо подойти, чтобы люди взяли завтрак, усадить за стол, давайте помогите адаптироваться, кто попозже подошел. И давайте аплодисменты как-то более энергичные. Вроде бы и почти не... Да-да, надо аплодировать, да. Пожалуйста. Далее. Здравствуйте, я мама Валеева Амира. Дайте энергию в голосе. Так, помахали ручкой, хорошо. На самом деле, по поводу экзамена, почему-то у меня, по крайней мере, какой-то логи нет. Но это, наверное, связано с тем, что я искренне защищена тем, что мой ребенок конкретно знает, что он хочет. И делаю все для того, чтобы до этой цели дойти. У меня скорее страх, наверное, то, что еще пару лет... И, соответственно, дети войдут во взрослую жизнь уже после школы. И вот тут надо действительно помочь, чтобы они добились того, чего они хотят, чтобы они были успешными, главное, счастливыми. А можно узнать, это не секрет, ты разрешишь маме рассказать, чего хочешь? Можно? Да. Ага, пожалуйста, он разрешил. Так все-таки он что он хочет? Он четко знает, кем хочет стать. Кем? Юристом. Юристом. Осознанно идет к этой цели. Да. Да, что выбираете поэтому после 9-го? После 9-го он остается в 10-м классе. Соцэконом просит. Да. То есть, соответственно, он занимается по этому направлению, он уже знает, какие экзамены будет сдавать, соответственно, он уделяет этому время, он читает книги, он участвует в каких-то олимпиадах, чтобы ему
Могу. То есть он пошагово идет к своей цели. Да, да. Это здорово, это заслуживает аплодисментов. Давайте поаплодируем. Доброе утро всем. Меня зовут Надежда. Я мама Шкива Егора и Шкива Арины. Да. Я очень уверена в своих детях. Они замечательно учатся. Никогда меня не подводили. Егор был, конечно, в классе шестого хулиганил немножко, но мы с ним поговорили, и он самостоятельно... Я не помню, чтобы вы приходили ко мне на беседу. Я никогда не хожу. Нет, поэтому с ним все в порядке. Я всегда отговариваю с вами детьми и не довожу до крайности. Вот. Более того, я очень горжусь Егором. Он самостоятельно решил, что он идет на красный аттестат, без репетиторов, сам. Крайне редко занимается с ним по математике, но я настаиваю, он говорит: мам, я все сам. Я все сам, у меня очень самостоятельные дети, я этим очень горжусь. Я даже не знаю пароля от их электронных дневников. Ой-ой-ой, камера снимает, сейчас не надо. Нет, потому что дети самостоятельно смотрят все сами. И у меня нет нужды их контролировать. Вам повезло, что они такие сами. Вот эта самость, она хорошо, что развивалась. Раз вы классные руководители, вы, это очень здорово. Это на самом деле журнал надо смотреть. Крайне редко. Вот раз там, допустим, два в четверть, я могу посмотреть, но не часто. Я всегда с доверием. Это здорово. Спасибо. Давайте поаплодируем. Доброе утро. Меня зовут Андрей. Я папа Сересева Артемия. Артемий, помаши ручкой. А я вот наоборот с большим трепетом, наверное, вспоминаю первый звонок. И как можно дальше вот хочется отодвинуть последний звонок. Ну, по той простой причине, что вот не взрослели бы они сейчас. Это такой прекрасный возраст, когда, ну, на самом деле, они очень кардинально отличаются от нас в этом возрасте. И... А хорошо, вот просто интересно, отчасти скажите, когда вот так вот мы говорим, наверное, это в чем-то родительский эгоизм. Я как мама взрослой дочери тоже думаю об этом, что нам хочется, чтобы они были как можно дольше маленькими, правда? Да. А вот чем они отличаются от нас, ну, я имею в виду наше поколение, ваше поколение, себя в своем возрасте, в чем они другие, просто интересно. Кому это интересно? Давайте вот об этом поговорим, в чем они другие? Ребята, мне интересно. Гораздо более самостоятельные на сегодняшний день. Они на самом деле, ну, наверное, уже в своем возрасте, да, определяются, хотят видеть, кем они будут, чего они добиваются. Лично у меня такого не было. Спасибо. Это здорово. Давайте поаплодируем. Пожалуйста. Мама Султанова Эмиля. Помашите ручкой, да, хорошо. Волнение есть, волнение присутствует, но Эмиль спокоен, уверен, поэтому мне это придает уверенности тоже. В этом году у нас был первый звонок с младшей дочерью, в этом году у нас последний звонок с Эмилем. В девятом классе, да? Да. Символично, как посмотрите, да? У нас, да, совпало так, и мы надеемся остаться в десятом классе. Какое стремление дальше у него? Стремление есть, он собирается стать программистом. Мы закончили двухгодичную школу Яндекс.Лицей. Закончили вот недавно только. Вообще удобная платформа? Лучше его спросить, я только так... Ага, хорошо, но он сторонний делится. Наблюдатель. Но ему, видимо, нравится, мы же ходили прям очно, занимались после школы. Здорово. Давайте поаплодируем. Спасибо. Доброе утро. Меня зовут Анна, мама Тазиева Артура. Так, тоже помаши ручкой маме. Да. Тоже закончила эту же школу. Всегда захожу сюда с трепетом. В каком году? Во втором. Во втором? Остаемся в 10 классе. Куда пойдем, еще решаем. Несколько есть направлений. Хотелось бы тоже поподробнее узнать, какие будут классы. Расскажи. Хорошо. Спасибо. Давайте поаплодируем. Меня зовут Ольга, я мама Мавлеева Руслана. Так, отлично. Да, волнение, ну, не скажу, что есть, потому что у меня второй ребенок заканчивает. Такого волнения больше было со старшей, тем более у нас год попал на пандемийный, мы лишены были выпускного.
Поэтому больше даже не волнение. А как переживали? Помните, как переживали? Переживали, да. Мороз по коже, вот сейчас вспоминаю. Как и у дочек слезы на глаза наворачиваются, все вспоминаем. Поэтому здесь больше надежды и веры, что все будет хорошо, что я уверена, что он сдаст экзамены. Я уверена, да, мы надеемся пойти в 10 класс, и я в него верю. Я думаю, все получится. И это здорово, давайте поаплодируем. Это здорово. Здравствуйте, меня зовут Марина, я мама Дарьи Кущи. Так, контакт состоялся, хорошо. Диляра Сальковна, я хотела поблагодарить судьбу, что мы попали в школу, что вы наш директор. Мы очень благодарны, что мы попали в класс к Марине Николаевне. Мне есть с чем сравнивать. И откуда вы пришли? Мы пришли из 9-й гимназии. А когда? Два года назад. Два года назад. Да. Я очень благодарна, что мы здесь, и что нам дали такую возможность здесь учиться. А в чем разница? Мне просто интересно. Наверное, это больше надо у нее самой спросить. Да. Но тогда ваша позиция как родителя. Как? А у нее мы потом сразу передадим микрофон ей, у нас же Израиль. А тут еще у нас не говорили, поэтому я потом дам вам микрофон, а потом ее спросим. Ну, в чем разница? Ну, хотя бы, знаете, в том, что я карту питания пополняю регулярно, что ребенок здесь питается. Это уж, ну, такая маленькая оговорочка. Но в целом мне больше нравится требовательность преподавателей, требовательность школы, руководство школы, вообще к внешнему виду. Вот ей, я думаю, вряд ли это нравится. Ну, я сейчас говорю свою точку зрения. Она у нас самостоятельный человек, правильно? Да. Вообще нет, я не хочу туда возвращаться, под каким предлогом. Ну хорошо, мы будем корректны, мы не будем говорить, что там плохо. Мы давай поговорим о том, что тебе здесь нравится, чего не было там. Ну, здесь, как озвучила моя мама, есть некая требовательность. Это мне помогает даже вот... В плане просто... Честно? Да. Ты честно говоришь сейчас? Да, честно, честно. Да, потому что для многих, понимаешь, вот эта вот требовательность, дисциплина, она наоборот как какой-то такой момент. И в то же время я сейчас, в последнее время, понимаете, все чаще и чаще, когда я спрашиваю, а почему именно к нам приходят дети, приводят, родители приходят, говорят, дисциплина. Так она вообще помогает или нет? Ну, лично мне помогает, определенно. Хорошо. А в чем еще разница? Вот сейчас я уже про питание я поняла, мы рады, что все это хорошо. Я понимаю, что для вас важен выбор, да? Угу. Но вот сейчас расскажи, пожалуйста, все-таки по качеству обучения. Что отличает, здесь у тебя преподаватели другие, понятно, там одни. Что здесь отличает с точки зрения качества обучения? Определенно, когда я училась в той школе, качество моего обучения было, ну, не на самом высоком уровне. То есть я могла и домашние задания не делать, и сейчас там прогулять немного, потому что учителям было вообще не до этого. Как только я перешла в лицей, сразу же появилась дисциплина. Прочувствовала? Да. И мне это понравилось, если честно, потому что никогда не было такого прям контроля, как в школе. Заинтересованности в тебе, да? Да. Да. Она также очень многое зависела от коллектива, поскольку педагоги... Как тебя приняли, одноклассники? Хорошо приняли. Я сразу подружилась с многими девочками, я их очень сильно люблю и благодарна им. Вот. А в предыдущей школе за коллективом особо не смотрели, поэтому возникал и буллинг, и проблемы с одноклассниками. Так что я очень рада, что я пришла именно сюда. Здорово, давайте поаплодируем. Вы знаете, вот я сейчас, нет, у нас есть, дополнить хотите? Да, пожалуйста, да. Я немножко дополню, мы тоже пришли из другой школы, в восьмом. Да. По поводу качества образования, различия между... Где обучались до этого? Мы же с 8-й лицей, Пушкинский лицей, Набережный Челнов. У нас была очень сильная школа, то есть... Это сильная школа, да. Разница. То есть, соответственно, во-первых, я считаю, что там учителя тоже сильные. Просто бывает такой момент, что ребенок с одним учителем контактирует, то есть он его слышит и понимает, с другим не совсем. Здесь нам повезло. Я очень благодарна Марине Николаевне и Елизе Мухамедовне. То есть это вообще для моего ребенка это подарок. У нас никогда в Пушкинском лицее, то есть чтобы подойти к учителю, это была на самом деле проблема. Здесь нам ни разу ни Марина Николаевна, ни Лути Мухамедовна, ни другие учителя, к которым подходил мой ребенок, когда у нас возникали вопросы, никогда не отказывали, всегда все объясняли.
в той школе не было, соответственно, когда вот в конце четверти, допустим, за учителем закрепляется определенное время, которое ребенок может подойти, допустим, для того, чтобы исправить или какие-то вопросы, причем это прямо закрепленное время, и учитель должен находиться на месте. Никогда директор не раздавал свой телефон, кстати говоря, для решения каких-либо, соответственно, моментов, чтобы решить их лично. Вот, поэтому, ну, наверное, так. Ну и плюс здесь, на самом деле, очень активная олимпиадная деятельность. Спасибо. Итак, ваше впечатление от того, что скоро последний звонок? Всем доброе утро. Меня зовут Дмитрий, я папа Ирины Гурягиной. Так, где она сама? Ручкой помахали, да. С кем мы пришли? Вы что, у нас замечательная барышня с вами рядом, да? Это младшая дочь моя. Так, она у нас где? Детский сад еще? Нет, она в первом классе, но в другой школе. А, в другой школе. Да. Она сегодня разорила. Нет, мы пытаемся высказаться и попасть на уроки. То есть нам еще ехать далеко. Ага, хорошо. Вот. Выслушав все, в принципе, как бы радует, что у детей к 9 классу появляется осознанность. Угу. То есть они, сравнивая, допустим, с предыдущими годами, там начинаешь там, с 6-7 класса, дети осознают свои поступки. Ну, понимают, к чему они стремятся, то есть многие уже видят себя в какой-то профессии, вот, и я надеюсь, то, что в дальнейшем у всех из этой осознанности появится ответственность. Ответственность как перед собой, так и перед обществом. Здорово, вот. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. А ты хочешь что-нибудь сказать? Рядышком сидишь, хочешь что-нибудь сказать? Нет, пока. Пока послушаешь? Ну, хорошо. Пожалуйста, и вы? Я ближе микрофон. Папа Сергея Тижина. Так, все. Я послушал всех родителей. В принципе, повторяться не буду. Хочу пожелать всем ребятам удачно сдать свои первые экзамены в жизни, выбрать правильный путь. И, честно говоря, меня удивило то, что я сегодня увидел такие... Ну, не поверил, что это 9 класс, такие взрослые все парни и девчонки, что прям меня это сильно поразило. Взрослые, красивые, осознанные, да, мы вами гордимся. Ну, не меньше, чем 10-й там. Да, да. Никак не мог подумать. Хотя у самого Сергея уже выше меня вырос. Ну, удачи вам на экзаменах. Это не первые ваши экзамены. Но, наверное, самые важные и ответственные. Тоже хотели бы остаться в 10 классе. Давайте поаплодируем. Очень здорово, что такое впечатление сложилось. Ну, у нас по времени высказались родители, так очень много уже обсудили, как раз время вопросов. Я знаю, что вопросы есть. Поэтому, пожалуйста, смелее, дети и родители. Вот у нас получается сегодня классный завтрак с родителями. Только с родителями. Ребята, давайте включайтесь. Блинчики доедайте, кстати, с тылом. Сейчас у нас 9 класс освобожден от дежурства в столовой. От чего освобожден? От дежурства в столовой. Да-да. В 10-м они возобновят дежурство в столовой. Дежурство в столовой – крайне сложный труд. К сожалению, у нас сейчас в 10 классе не будет технологии, или как у нас назывались, труды. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки детям какой-то балл добавляли, какому-нибудь предмету, хотя бы баллы. Потому что, вот, знаете, я часто тоже дежурю в столовой, и, знаете, я мокрая. Потому что вот постоянно в движении. Пожалуйста, смотрите. Все, я поняла вас, наш вопрос. Давайте так. Вообще, добрые дела только за баллы. Да? Это первый ответ. Второй ответ. Кто как воспринимает дежурство в столовой? Да, вы были мокрые, а для них дежурить в столовой, по-моему, это тоже приятность, которая скрашивает их жизнь. Очень многие директора, которые приезжают и вот здесь вот наблюдают за процессом, говорят, а как они пропускают уроки? Это социальный труд. И сейчас очень здорово, что по сравнению с другими образовательными организациями мы никогда этот хороший социальный добрый труд не отменяли. И спасибо вам, что вы никогда не предъявляли мне претензии, что дети на субботник выходят, территорию убирают, что вы вместе сажали и убирали, и в столовой трудились.
Вы знаете, меня поразило один момент, очень поразил. Я надеюсь, что я обязательно воплощу мечту, которая у меня родилась после одной из встреч. Я буквально на днях до праздника вернулась из Калининграда. Мы были там на заседании инженерного консорциума, выездном заседании. Это порядка 95 организаций со всей России входят в инженерный консорциум. И руководит этим Вера Владимировна Князева, директор школы 777. Это, наверное, самая трудолюбивая школа и коллектив, который я когда-либо видела в своей жизни. И я очень хотела быть на них похожей вот со своей командой. Они очень сильны в инженерном образовании, вообще в целом в этом направлении. Но в рамках программы была очень интересная встреча. Мы были на предприятии ЭКОПЭТ. И в конце, после того, как мы посмотрели это предприятие, это серьезная органическая химия, ну, чистое производство, впечатляет. Мы как раз увидели там, где могли бы работать наши, в принципе, выпускники. И встреча была с директором. Директор оказался нижнекамский, хотя мы были в Калининграде. Предприятие входит в концерн, видимо, сотрудничает с Татнефтью. И когда этот мужчина средних лет сказал, что у него четверо детей, и он высказал свою позицию. Вы знаете, у меня дети работают без выходных. Ну, взрослые же дети работают без выходных. В каком контексте? Они постоянно то либо на каких-то курсах, то так далее, так далее. И он сказал такую вещь, может быть, она покажется жесткой, крамольной, но вот это его позиция родителей. И вот сегодня, кстати, у многих из вас прозвучало, что вы знаете, что ребенка есть цель, что он к ней идет, и что вы верите в него. Он так сказал, что детей надо нагружать трудом, дополнительными занятиями, нагружать, 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 и сейчас они идут им в попу. Вот буквально вот так, я прям цитирую его. Вот этот навык, когда ты в таком возрасте, когда у тебя полно сил, это вы мокрая, у них на самом деле сил хватает, они могут свернуть горы. И когда они видят, что их труд приносит пользу людям, что они приобретают навык, это очень здорово. И еще один момент. Тоже осталось на всю жизнь. Когда Раис Республики президент Рустам Нургалиевич Миниханов отправил на бесплатную теневую стажировку меня, я просто выиграла грантовую программу своей работы, и он отправил Лейзен Американ Скул в Швейцарии. Там дети только очень богатых людей, они изучают ательерный бизнес. Мы были именно в ВУЗе, который готовит ательеров, рестораторов и так далее. И подходит к нам респектабельный выпускник этого вуза. А он владеет несколькими языками. А понятно, что у него, у родителей серьезный бизнес, который он собирается продолжить. И знаете, его фраза была: «Я свой бизнес здесь во время вуза понял с нуля, потому что на первом курсе я убирался в нашем доме, по-другому называется, студенческом общежитии. Мыл посуду вот в нашем студенческом пищеблоке. Я знаю все, как устроен бизнес моего отца теперь с нуля, потому что я это все здесь делать попробовала на практике». И вот то волонтерское движение среди молодых, которое сейчас происходит, те социальные практики, я считаю, это очень здорово. Это возможно, и выход на какую-то профессию, это тоже важное значение. И я что еще хочу сказать, что уверена вот на 102%, что социальные практики в их взрослении делают их другими, человечными, более не боящимися трудностей, сострадающими, понимающими, что они делают хорошее, благое дело. В этом плане ваш класс, ну, может быть примером, потому что ваши ребята большие молодцы. И им огромное за это спасибо. Они многому учились здесь. Ведь вы знаете, когда вы дежурите родителя, вы обращаете внимание. Вот, например, вы с одним классом дежурили, с другим. И класс от класса дежурит по-разному. Кто-то, даже маленький, шикарно с этим справляется, а кто-то банально не может протереть стол. Откуда это идет? Откуда это идет? Из семьи. Если дома ребенок приучен, да, к этому, вот это трудовое воспитание, это все идет из семьи. И это никому еще не помешало в жизни, а только помогло. Вот наша задача, чтобы знания были, и чтобы они умели эти знания представить, показать, и чтобы не чурались никакого труда, только это благо. Давайте еще вопросы, ребята.
можно хулиганский. Сегодня все можно. Но я вижу, что кто-то хочет спросить, руку тянет почти. Смелее. Да. Ну, сегодня точно завтрак с родителями. У меня даже не вопрос, а скорее, наверное, пожелание. Может быть, не все со мной согласятся, но я все-таки озвучу. Мне бы хотелось, чтобы добавили второй иностранный язык. Ну, это лично как бы вот, как вариант. А вот смотрите, в 10 классе добавлять второй иностранный язык, наверное, было бы неумно. Да. Согласна. Но почему? Это... Потому что мы планируем это начинать делать на уровне внебюджетной деятельности. Этот запрос, кстати, вот классные завтраки мы проводим, встречи со мной. А очень много запросов от родителей по развитию лицея в том или ином направлении. Этот вопрос возникает периодически. Я думаю, мы с 5 класса, а может быть даже где-то с началки, внебюджет китайский добавим. Сейчас это актуально. Да, я согласна. Но мне очень хочется найти носителя языка, потому что с носителем это пойдет по-другому. Согласна. В этом направлении мы работаем. Со следующего года мы такие внебюджетные часть такой открываем. Спасибо. Я услышала. Спасибо. Ну, про профили был вопрос. Еще раз повторю, что будет про профили. Физ, мат и IT класс – это однозначно класс Роскосмоса, по программе Роскосмоса. Это сложно. Но это красная дорожка в КАИ. И я думаю, вы меня понимаете, потому что у вас уже будут преподаватели КАИ. Это для вас будет бесплатно, но вы обязаны будете эти направления посещать. Мы постараемся сделать адаптированный учебный план, чтобы вы все успевали. Соцэконом тоже остается. У нас сильная кафедра, но, возможно, мы еще по отдельным предметам, в частности, по юриспруденции будем вводить дополнительные элективные курсы, чтобы мне бы все-таки хотелось, чтобы вы немножко попробовали себя в практике. Возможно, будем приглашать кого-то из опытных юристов, чтобы вы поработали с документами, потому что юристы – это прежде всего документы. И нужно с документами читать, с ними работать, мы будем это практиковать. Ну и химбио, он тоже остается, это профиль, который наши многие выбирают медицину. И меня радует, что именно этот профиль дает хорошие результаты по результатам ЕГЭ, и, соответственно, ребята хорошо поступают. Вот, это три направления. Универсального профиля не будет. Принимаем всех в 10 класс. Задерживаются не все. После первого полугодия отток есть. Отток там, где воспринимают 10 класс как камеру хранения. Там пахать надо, сразу говорю. Но зато это действительно еще следующая хорошая ступень к вашему будущему. Еще вопросы? Смелее. Пока планируем 3. Не уверена, пока сложно, надо будет понимать, сколько кто уходит и так далее. Кто планирует вообще уходить в колледж и поступать, пробовать в другие школы? Смелее руки поднимайте, это ничего страшного, это жизнь. Ага, да, понятно. То есть, видите, здесь не так много. Мы, в принципе, своих всех берем, но я опять-таки повторюсь, что не все задержатся. Еще вопросы. Родители, походу, пришли на завтрак со мной, дети. У детей вопросы есть? Просьбы, обращения, пожелания? Смелее. Ты устраиваешь, видимо. Нет, я тогда все-таки передам бегущий микрофон. И давайте вот так. Твой вопрос мне. Да, смелее, по очереди все. Ну, быстрее. Бриз. Новые мероприятия или традиции в школе? Новые традиции должны создавать вы, поэтому если вы их придумаете, то они однозначно будут. Дальше, быстрее. У меня вопросов нет, есть такой школы, поэтому я абсолютно самоустраиваю. Очень страшное понятие устраивает. Устраивать это что-то среднее. Никогда, когда что хочешь выразить свою мысль, не говори, что тебя устраивает. Это что-то ни о чем. Мне нравится. Тебе нравится? А что бы ты хотела изменить? Пока что ничего в голову не приходит. Не приходит. Но давай на последнем звонке все-таки подойди ко мне и пожелай мне что-то изменить в этой школе. Ладно, подумай. Хорошо. Вопрос. Какие-то изменения в школе? А вот только вот сейчас был вопрос про традиции, а у тебя что изменения? В чем именно? Просто обычно. Ну,
Но изменения, традиция – это очень хорошая вещь, а изменения будут, наверное, в том, что мы будем еще больше развивать программу «Роскосмоса» в школе. И больше будет инженерного содержания, в принципе, не только в классах инженерного профиля, но и в целом образовательной организации. Здравствуйте. Можно живые вопросы про меня? Я живая. Будет открытие какого-то черчения не только до 8 класса, а 9, 10 класса? Элективный курс мы вам подготовим обязательно, тем более вам это очень будет нужно. Вы говорили... Давай ближе микрофон и голос посыл. Вы говорили, что будет еще китайский язык, а он только один будет или еще какие-то будут добавляться, там немецкий, испанский? Нет, такая многопрофильность не планируется, это потому что размывание не планируем. У меня вопрос. И все-таки ты его задай, давай придумай, быстро и экстренно. Ну тогда задам вопрос тебе я. Можно? Кем ты себя видишь в будущем? Хоккеистом. Хоккеистом? Уверен, что все получится? Ну, 10 класс идешь? Нет, идешь в другой профиль. Хорошо, спасибо. Дальше. Вопрос. Лучше задать вопрос. Давай, смелей. Как вы проводите свой досуг? Хороший вопрос. Кто подписан на меня в социальных сетях? ВКонтакте? Больше даже родителей, чем их. Найдите и спрошу. Как я провожу свой досуг? Где? В спортзале. В тренажерном зале, да. Качаю железо. Знаешь, очень снимает хорошо усталость в последние. Немножко вот сейчас приболела, не хожу и прямо ломки, прямо тянет. Сегодня обязательно пойду на тренировку, если не пройду здесь окончательно. Сквозняк здесь, да. Так, ну. Так, секундочку, я отвечу, давайте все-таки, вот, я понимаю, что вы спасаете детей. У меня вопрос в том, почему на информатике мы уже с 8 класса готовимся к ОГЭ, даже те, кто не сдает этот предмет, а вот, например, в 9 классе на биологии и географии уже занимаются только те, кто сдает географию, а те, кто не сдает, просто занимаются своим предметом. А своим предметом? Это когда? Это сейчас вот? Ну, это недавно началось. Это началось недавно, это называется погружение с точки зрения именно работы на результат. Это удобное, более удобное для вас как бы направление. Но если конкретно у тебя нет желания это делать, я думаю, что здесь вот есть заместитель Гуляра Мисина, к ней подойди и индивидуально это решится. Спасибо. Дальше. Здравствуйте. Если честно, у меня вопросов нет. Мне все понятно. И как сын учителя, я вижу школу, грубо говоря, с разных сторон. И как это тебе, видеть ее с точки зрения как сына учителя? Очень необычно. Необычно? Да. Как? Да. А самое главное, необычность, но в чем? Вот, например, я смотрю на одноклассников своих и вообще на других людей, они часто не точно понимают, как работают учителя, насколько им сложно. Вот, а я как сын учителя понимаю это. Спасибо. Привет. Тебе за это. Спасибо. Давайте поаплодируем. Ну, звонок есть звонок, поэтому все-таки отвечать на вопрос от вас. Микрофон передайте. Быстрее. Внимание. Начинается первый урок. Да, я прям точно спасаю, похоже. Да, я спасаю. Если в планах у вас. Вы проводите свое время в тренажерке, да? Есть ли в планах, допустим, в школе сделать небольшой уголок тренажерного зала? Вообще-то у нас есть тренажерный зал в школе. Он есть, он небольшой, он есть. Ваши ребята просто... там идут тренировки, да, есть. За него отвечает Минжулин Сергей Анатольевич, поэтому... Но там не так много оборудования, однозначно, потому что у нас нет такого большого помещения под это. Но он есть. Я, вы знаете, в этом плане считаю, что железо, уже как человек, который много лет этим занимается, это достаточно специфичная вещь, она должна проходить под присмотром действующего тренера. И я в тренажерный зал, когда пришла, меня туда отправил врач лечить позвоночник после резкого сброса веса. И со мной тренер полгода занимался буквально на коврике. И постепенно, за 2-3 года мне поставили технику.
И потом он мне сказал, определенный период, он сказал: «Диляра, теперь я за вас спокоен, я с вами больше заниматься не буду, потому что я занимаюсь только счетом около вас. Вы делаете все сами. Но сейчас я занимаюсь самостоятельно». Поэтому это все-таки очень такая специфичная вещь, которая требует профессионального подхода. Поэтому я не сторонник, чтобы это процветало в школе. Здесь, наверное, парням взрослым посоветую прийти в спортзал. И, возможно, даже родителям посоветую, чтобы первые занятия были с тренером. Чтобы поставил технику, потому что это, знаете, как технология обучения. Можно очень здорово себе навредить и испортить свое здоровье. Я просто почему спрашиваю, я тоже посещаю, скажем так, фитнес-клубы, да, и прошла, и там закончила курс с тренером тоже. А почему спрашиваю? Потому что очень много вижу подростков в фитнес-клубах, которые, как говорится, неправильно абсолютно все это делают, и там некому помочь. Поэтому есть смысл как бы начать им здесь. Здесь нет такого объема железа, которое бы позволило понять это полностью от и до. И все-таки здесь есть в клубах и занятия с тренером, когда 3-4 подростка занимаются с одним тренером. А может папа или мама, которые в теме, взять с собой в спортзал. Я это, кстати, вижу в планете фитнес на Харитактаж. Потому что есть это те техники, которые могут испортить позвоночник. Здесь надо быть очень аккуратно. Ну что ж, у нас состоялась достаточно интересная беседа. А книга где-то в следующий раз на классном части, да, потому что мне было важно посмотреть на вас в деле. Немножко жаль, что не было большого количества вопросов от ребят. Но у нас еще с вами все впереди. Впереди последний звонок, впереди экзамены. И очень надеюсь, что ваш класс подойдет к этим испытаниям очень уверенно, потому что все для этого делается вашим классным руководителем, вашими родителями. И самое главное, вы это делаете сами. Это очень заметно. Спасибо. Давайте сфотографируемся на память. Сначала дети, бегом. Потом посуду несете. Бегом, бегом, бегом. 3-4, отличная работа. 3-4. Отличная работа. Всем продуктивного дня. Спасибо большое.